Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Юрский мир. Забираем еду. Так, на прокачку. Дальше. Здесь награды. Где моя башня? Башня где? Вот она. Тут сбор у нас идет. Так, монетки быстренько с тобой собираем. Так, нам нужно кого-то покормить и кого-то погладить. Ну, начнем, например, с этого. Так, погладили, довольный. Так, теперь давай тебе. А, какой лапочка. И пирораптора. Все. Так, теперь нужно покормить. Вопрос только в том, кого я смогу покормить. По-моему, ребята, таких у меня нету. Ай-яй-яй. Блин, серьезно, что ли? Все сытые, блин. Да почему же я так делаю-то, а? И ускорить никого не смогу, да ведь? И ускорить я тоже никого не смогу. Потому что у меня там все ячейки, насколько я знаю, заняты. И долларов не хватит даже, чтобы ускориться. Так, друзья мои, ну что, тут 3 дня еще ждать нам, а здесь 6 дней. Слушай, вот этот вот, да, очень похож на этого. Кстати, друзья мои, сегодня, ну, как вы знаете, да, когда мы начинаем игру, у нас есть рулетка, где мы крутим. Плюс набираем карточки. Сегодня мне выпал еще один новенький динозавр. Но это уже именно водяной. Водяной динозавр, водный. Так, ну этого все видели, вот. Долихорипс. Долихорип. Хопс, ёп, просто это, ну пока выскажешь, ребята. Короче, это у нас водный динозавр. Будет он у нас вот здесь вот. Но нам нужно получить 24 уровень. Я думаю, сейчас мы, ребята, его заработаем. Так, отлично. Теперь остается только 25 получить. Так, игровые автоматы Юрского парка. Плюс у нас здесь... Ага, вон у нас и доллары появились. В принципе, сейчас мы с тобой можем сделать ускоренное, как говорится, завершение. Так, купите билеты на розыгрыш призов. Вот это мы с тобой сделали. Так, здесь все забираем. Естественно, здесь. Так, используйте в сражении 3 разных класса динозавров. Плюс вип-сражение. И покормите не менее 2 динозавров. Вот насчет покормить. Ну, давай вот этого, наверное, быстренько с тобой завершим. Забираем. Так, это у нас кто? Тирана-Титан. Вот кто это, ребята. Тирана-Титан собственной персоны. Вот здесь пускай он у нас и стоит. Так, покормить его надо, да? Все, вроде бы. Так, подожди-ка, а нам там нужно покормить 2 динозавров, по-моему. Да, не менее 2 динозавров. Так что я зря радуюсь. Блин, а где же мне еще-то взять одного? Хотя, ты знаешь, если мы с тобой, например, зайдем... Подожди-ка, вот сюда. И быстренько кого-нибудь... Ну, чуть ли не за даром, ребята. Сколько вот он? Ё-моё, 50. Ладно, давай. Приходится делать вот так вот. Это только ради того, чтобы сделать все задания, ребята. Ну и покормить его надо. Все. Забираем здесь награды. Так, ПВП-шку мы обязательно с вами сыграем. Так, у нас... Ежедневный VIP. Так, подожди, а что тут такое? 21 час 50 минут. Они закрыты? А почему, ребята, они закрыты, недоступны? 24. То есть обновление, что ли, идет по ежедневкам или что? Так, всемирное событие соцсети. Чтобы открыть, не понимаю. Так, 15 тысяч лайков нужно собрать. Так, нам еще нужно с тобой вывести 15 травоядных. А у меня только лишь 12. Только лишь 12. Так, ну что, ребята, что же у нас тогда получается сегодня? Ага, есть события. Вот.
Есть, все отлично, ребята. События только для VIP. Без ограничений, нужно сделать одну победу, и будут у нас цинковые награды. Обязательно сейчас с тобой побежим туда. Просто шемингом. Ну, сначала все вот это дело соберем. Так, на рынке у нас на рынке что нам нужно? Джунгариптор. Две штуки аж целых, прикинь, у нас. А где он вообще у нас находится? Где я его поставил? Кстати, нужно поставить территорию на расширение. А то можем забыть с тобой и потом думать, а что у нас так не хватает территории. Да, и естественно, игровые автоматы. Так, это у нас гейзер. 3%, да? Дает к прибавке. Ну, в принципе, вот здесь вот мы его и поставим, потому что все равно я туда больше ничего не смогу воткнуть. А здесь он будет смотреться очень даже культурненько. Ну что, друзья мои, поехали. Начинаем с VIP. Цинковые награды. Так. Майонгозавр, стегоцефал и ритатор. Против нас, значит, здесь мы берем. Против хищника берем с тобой кулазуха. Против стегоцефала мы возьмем с тобой, наверное, тропиогната. И против иритатора мы возьмем с тобой, опять же, диплокалуса. Я думаю, эта команда просто в щепки сейчас разнесет этого вражину, да? И они даже пикнуть, вякнуть не успеют. Ну что, кулазух, вся надежда на тебя. Давай, наверное, сделаем удар. Уничтожить не сможем, конечно, но ХП у него останется очень мало. Так, он будет менять или нет? Да, он меняет. Стегоцефала позвал. Это его большущая, ребята, ошибка. Так, ну что нам сделать? Давай я, наверное, возьму бонус. Ха, он взял защиту. Лопухнулся, чувачок. Так, две атаки зря ты так делаешь, парень, зря. Сейчас я тебя просто раздавлю, как лопа. Раз. Два, этого достаточно. И два бонуса возьмем. Лети отсюда, пташечка. Действительно, как крокодил. Так, майонгозавр вышел. Что ж ты будешь делать? Неужели атаковать? Да, скорее всего, он будет три атаки делать. Ладно, вырубил. Но, как ты видишь, у них осталось два хищника, а у нас с тобой осталось два млекопитающих, или как их назвать, даже не знаю. В общем, короче, он всю свою прыть слил в атаку, поэтому достаточно будет одного ударчика, да? И вот так вот мы с тобой все... Ага, больше четырех не могу, понял? Иди отсюда. Давай своего кореша вызывай. Так, иритатор появился. Да, выглядит он, конечно, офигенно здоровым, да, ребята? Но бестолочь еще та. Все, ребята, восьмерочка. Вписываем полностью ему в атаку. Сколько у нас там получится урона нанести? 1224. Не самый, конечно, мощный дамаг, но этого хватило, чтобы его вырубить. Так что, друзья мои, победа здесь за нами. Победа за нами, и мы еще с тобой забираем пак цинковой награды. Так что это очень даже хорошо. Ну давай, 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 прогружайся тут быстрее. Ну-ка. Так, деньги, деньги, ДНК и... Гуаньлунь, ты серьезно? Я-то думал, мне сейчас дадут какой-нибудь супер-пупер. Нет. Ну, это понятно, цинковый так цинковый, ребят. Ух ты, только для амфибий. Блин, а у меня амфибии-то... Подожди-ка, амфибии это именно водоплавающие? А, вот они, амфибии. Тогда, конечно, будем драться, ребят. Возьму я, наверное, Нандазуха здесь. Слушай, ну у него будет усиленный урон. Смотри, он против амфибии вообще рулит. Офигенно. Твою налево. И как же мне здесь с ним драться? Ха, хитро они, конечно, придумали. Ну ладно, давай попробуем взять Нандазуха. Я хочу просто про... Ох, ёк-макарёк, ребят, ну это... Это нереально будет. Возьмем защиту. Он будет атаковать, интересно, или нет?
Он атакует. Плюс он себе сразу же взял бонус. Это я тебе 100% говорю. А вот как мне тут выжить? Ну ты прикинь. А, он взял защиту. Вот ты как. Допустим. Допустим. Раз. Раз. Вот так вот я сделаю, ребят. Так, 3 очка. Блин, если он сейчас все вольет в атаку, мне крышка, ребят. Нет, он что-то не так делает все. Так, он берет защиту, ты заметил? Вот сейчас мы можем его, наверное, наказать. Попробуем, друзья мои. Но это надо, чтобы все прошло. Да, мы его сейчас накажем, должны наказать. Ну-ка, давай. Есть. Фух, ну да, звук меня не подвел. Ребят, ну там, по-моему, 3 поединка нужно сразиться, чтобы получить пак. А у меня недостаточно много амфибий, чтобы драться. А тем более враг будет с каждым. Ну да, кто тут следующий? Уху-ху-ху-ху. Рамхоринг, я его видел, ребята, в деле. Этого Рамхоринга, он, ну, слишком люто будет для меня, слишком. Тут еще и Аланка. Так, сколько? 12, блин, это если я сейчас их сделаю в откат, ребята, я все доллары потрачу, которые у меня есть. Может быть, битва за выживание, ну тут за еду. Так, сразитесь за главный приз. Тут у нас столкновение копится. Ну, я не знаю, нам еще нужно с тобой 2 ПВП боя, плюс схватка, 24 уровень. Так, ну вот здесь вот можно, ребята, в принципе, подраться. Пеликанимим прокачанный, да? И пеликаниптерикс. Пеликаниптерикс. Но этот прокачан уже по фуке, я смотрю. Так, и он травоядный, оказывается. Против него пойдет, предположим, очень даже неплохо, велоцираптор. А вот против этого пойдет у нас анкилозавр. Да, тут, конечно, будет серьезный бой. Ага, я могу еще взять одного, да? Третьего. Ну, давай, например, возьмем еще скалозавра. А лучше даже, мне кажется, не скалозавра брать, а тиранозавра. Это вот стопроцентная будет победа, мне кажется. Давай посмотрим. Так. Ну что ты, хлыщеныш? Мы можем, в принципе, ребята, ему нанести удар. Почти все хп ему снести. А уже дальше смотреть, что он там будет делать. Что он будет сейчас атаковать? Меняет. Ох ты, 173 к атаке, ничего себе, смотри какой. Так, а мы с тобой тогда возьмем вот этого парнишку. Блин, не особо много, конечно, выиграли, если честно. Встанем в защиту. Так, его сейчас пропечатает, наверное, да? Да, 87 нанес урона. Так, ну что, я предлагаю, ребята, его бомбить. Ну-ка, насколько там у нас? На 252 урона мы ему нанесли, отлично. Сейчас он, конечно, ушатает. Но тут выходит велосираптор. И, естественно, рвет его на клочки. Даже не хрюка здесь. Пошел вон. Так, даже если пеликанимим сможет нас здесь ушатать, наверное, он сможет. Если постарается. Все, в атаку собьет. Нет. Тогда пока. Все, ребята. Битву, эту схватку мы с тобой выиграли. Довольно легко, на самом деле. Можно было бы, конечно, тиранозавра и не брать. Получается, я как бы зря его потратил. Он просто просидел у меня без дела. И теперь он будет долго-долго откатываться. Так, 750 ДНК. Так, слушай, какой там у нас следующий? Схватка уровня 25-го. А что не хватает? А, 25 уровень нужен. Ладно, тогда у нас ПВП еще есть битвы. Нам нужно 2, да, сделать? Ну, что, начнем, наверное. Аэротитана возьмем. Плюс
скалозавра и алангозавра. Нет, лучше Гуань Луни. Поехали. Блин, опять же, ребята, вот в этих PvP сражениях ты тратишь по 5 долларов. Вот это вот меня напрягает. Может быть, все-таки через рекламку все это пропускать. Но деньги, как ты понимаешь, тоже дефицит офигенный. И мы с тобой тратим то для того, чтобы подраться здесь. Ох, ничего себе там выпало мне. Твою же дивизию, ребят. Так, два травоядника. Тут однозначно надо менять. Однозначно. Так, он может этого, конечно, позвать. Хищника. Смотрим, что он будет делать, короче. Галимим. Да, он меняет и берет хищник, ребята. Но этот хищник тоже уступает мне, спинозавр. И он все-таки решил атаковать. Блин, а мне взять-то некого. Так, что он сделал атаку, да? Короче, давай, наверное, мы с тобой вот так вот сделаем. Я два бонуса, ребята. Я пошел на страх и риск. Если он сейчас меня не раскусит. Удар. Блин, плохо. Но зато сейчас мы его ушатываем. Так, он взял наверняка одну под защиту. Поэтому сделаем, наверное, вот так с тобой. Да, пока, родной. Иди отсюда. Ну что, Галимим появляется у нас. Он сейчас все будет сливать в атаку, скорее всего. Нет? Ну, тогда извиняйте. Тогда извиняйте, ребятульки. Так, и появляется последний Галимим. Сейчас посмотрим, сколько он, ребята, сольет из этих своих 6 очков на атаку. А ему нужно слить как минимум 3 атаки. Он так и делает. 3 атаки на слив. И 3 у него осталось. Либо он на защиту поставил. Либо на защиту, либо на броню. Давай проверим. Вот как ты сделал, да? Все, ребята. Победа за нами. Он захотел себе бонусы нахапать. Но, как видишь, мы его раскусили. По чистой случайности. Ну что, первая битва у нас выиграна. Так, приз новичка. Крутим и смотрим, что нам тут выпадет. Монетки. 875. Как много. Так, закрываем. Сколько нам еще нужно с тобой сделать? Так, забрать. Еще один PvP-бой. Так что мне тут на рынке все моргает? Вывести, вывести. Этих всех ребят можно вывести бесплатно. Гуань Луни у нас вообще просто офигеть, сколько это видел. Аж 4 штуки накопилось. Вы, говорит, активируйте инкубатор, блин. Вот это вот тоже все. За все, ребят, здесь нужно платить. За инкубаторы. Так, вот этого бы тоже, конечно, хотелось бы получить. Блин. Сколько он, интересно, ребята, по мощам, по силе вот этот вот водоплавающий динозавр. Скоро откроется у нас с тобой ареночка вот эта вот водяная. И будем драться уже еще и с водяными динозаврами. Так, ну что, поехали тогда. У нас еще есть PvP-битва. Надо, ребята, ее использовать. Так, здесь возьмем алангозавра. Пирораптора. Блин, два хищника, это, конечно, плохо. Ну, давай возьмем аргентинозавра еще. И не будем тратить доллары за рекламу. Ну что же, ищем соперника. Ох, ёк-макарёк, ребят, все, тут фишка. Тут мне кранты. Да. Ну и что мне тут делать? Что, скажи мне, здесь делать? Менять?
Но если я даже поменяю, это мне никак, ребят, не поможет. Вообще никак. Ну, поставим защиту. Он будет, наверное... Да. Он меня сейчас уничтожит. Он две атаки сделает. Бумс. И я отдуплился. Твою налево. Как же это неприятно, а. Но мне его не победить. Тут можно, ребята, просто сливаться. Как бы я ни крутил. Слишком сильно у него прокачан, ребята, рамфоринг. Слишком сильно. С этими я бы еще, конечно, сразился бы. И причем успешно. Но вот против рамфоринга это бесполезно. Ладно. Примем достойно свою погибель. Не будем сливаться. Даже этот парень мне не поможет. Алангозавр. Ай. Так, он еще и защиту взял. Так, выходит у нас Скафагнат. 99 к атаке. Ну что, 4 атаки проведет и все. И мы готовы. Если парень не дурак, он сделает 4 атаки. Да, ну, ребят, я сразу уже, как только увидел, кого мне дали, понял, что здесь мы не сможем вообще, ну, никак выиграть. Ладно, нам главное принять участие. Так, нам что там пишут забрать? По-моему, там надо было еще пойти. А, все. Все, друзья мои. Так, ну что, открываем. Открыть. Еда, еда, 30 долларов и 58 тысяч монет. Так, и 260 очков доверий. И заданий, по-моему, у нас больше нету. Есть, конечно, одно, вот это вот, завести травоядных. Но это нужно открывать ячейки. Так, переходим с тобой опять же на события. Блин, только для амфибий. Как здесь мне, ребята, с ними драться, а? Ну как, скажи. Ой, господи, ладно, возьмем этих и... Так, подожди. Раз. Блин, а если я сейчас этих потрачу? Наверное, нам выгоднее сделать немножко по-другому. Возьмем вот этого, этого и вот этого. А, тут только два. Все, тогда меняем. Этот и вот этот. Блин, я не знаю. У них уже, ребята, заведомо усиленная атака, ты видишь, по мне. Ну что тут брать? Две атаки. Да, я могу, ребята, пока тут выжить. Даже если он два раза меня атакует, я еще... он не стал ничего делать. Так, он наверняка взял бонусы. Но он мог и защиту взять, верно? Поэтому давай сделаем так и вот так. Твою налево, если бы я знал, что у него две защиты. Так, ну что он сейчас будет делать? Ваш ход. Ну все, на этот раз ему, ребята, не отвертеться. Так, если он даже взял две в защиту. Предположим, он взял. Давай все, короче, вольем в атаку. Оу, немножко я просчитался. Ладно, рамфоринг сейчас выходит. Редкий. 8 уровня. Сколько у него атака? 68. То есть ему нужно слить ко мне 3 атаки, это как минимум. И 2 в защиту поставить, наверное, так? Скорее всего, так оно и будет. Но я надеюсь, Диплокаулус его все-таки одолеет. Тут главное, ребята, сейчас вот не лопухнуться. Слушай, подожди-ка, 26 на 4. Воу. Йо-йо-йо-йо-йо, у меня не хватит, ребята. И я предлагаю сделать следующим. Раз, два, три. Вот так вот. Блин, наверное... Ага, ага, вот он как сделал. Но бонус-то он взял. Нет? Ну, тогда, наверное, все, ребята. Проверим. Ах ты, жук ты навозный. Вот это я лопался. Ребята, ну... Видишь, он взял две защиты. Тут, конечно, трындец. Порвет меня. Жесть. Да блин, потому что он слабый сам по себе, ребята. Ну ты видел, да?
Как с этим Ранфорексом вообще можно драться, извини меня, водяным амфибией? Ну как? Не знаю, ребята, давайте, может быть, битву за выживание хотя бы поиграем. Так, здесь мы с тобой возьмем. Ну, здесь можно взять вот этого, например, Лимнасцелиса первым. А против Гацегаптерикса. Ё-моё, вот это... как у них сложно выговаривать это все. Мы возьмем с тобой травоядника. Это будет аргентинозавр. Блин, за доллары. Давай, наверное, тогда возьмем трицератопса, что ли. Попробуем, ребята, здесь хотя бы за еду подраться. Так, ну что, Лимна, давай, наверное, бомбить его. Сразу же причем, да? Не давая ему шансов никаких. Пускай он там что хочет делает. Он все равно меня не пробьет. Единственное, что он может поменять. И он, скорее всего... Ох ты, ох ты, ох ты, напугал-то ты меня как. Ну все, тогда прощай. Тогда прощай. Одна атака и один бонус. Моим газавром мы отдубасили. Прилетел. Охотник с небес. Да? Все, ребята, мы должны, в принципе... Хотя нам надо лучше сменить и вот теперь атаковать по полной программе. Так, он взял одну защиту, но это его не спасает. Все, друзья мои. Так, сколько нам нужно здесь поединков сделать? Еще два. Или, подожди, еще один. Тут, по-моему, два боя надо, да? Так, опять у нас код 19 загорелся. Ага, один. Еще два поединка, друзья мои, два. Так, давай, Оуэн, иди. В этот раз все прошло хорошо, говорит. Естественно. Так, подожди. Блин, ну тут прикинь, какие-то награды, ребят. Ох, вот этого можно было гарантированно получить. Блин, шанс 100%. Прям я не знаю даже, ребят. Мне очень хочется получить нового себе динозавра, но как это сделать? Так, опять же мне придется откат делать. Или... Стегоцефал, ты спра... Нет, он не справится, ребята. 10 уровня. Против пеликанемима мы можем с тобой взять спокойно манюнгозавра. Слушай, а если я возьму тропиогната, например, да? Сюда. Вот, у меня есть хорошая идея, ребята. Возьмем вот так вот и вот так. В принципе, я думаю, Гуанлуния, мы должны с тобой победить. Но главное тут все подрасчитать хорошенько. Так, берем бонус. Что он будет делать? Атакует все-таки, а? Все-таки решил атаковать. Ну что, друзья мои, три атаки. Оу, щит, 2 хп. Неужели он сейчас уничтожит нас, а? Ну да. Ах ты, не получилось. Хе-хей. Тогда все, ребят. Тогда ему кранты. Так, ну что? Давай, вызывай своего следующего там. Пеликанемима. Ну этот-то, конечно, рад будет стараться сейчас. А он одну атаку сделает. А, три? Это было глупо. Это было глупо, ребят, потому что... Упс. Упс. Хотя, с другой стороны, это даже на выгодно. Он все слил, ребят, поэтому мы его сейчас уничтожим. Фух. Слушай, ну еще один поединок впереди все-таки. Еще один поединок. Динозавров у меня нету. Мне надо как-то делать откат. А долларов тоже, как ты видишь, маловато. Ага, трицератопс. Слушай, подожди-ка. Ну давай ты прокручивайся тут еле-еле. Так, а у меня ни одного хищника нету, да? Блин. Сколько ты? Давай, берем тебя, манингозавра. И против Аланочки возьмем, наверное, вот так.
Погнали, друзья мои. Сейчас мы с ними должны разделаться. Ну что, я думаю, сразу буду делать атаку. Но, трицератопс, что ты будешь делать? Атаковать, естественно, что ты будешь... А, меняет. А вот это зря. Это зря, это тебе вообще, парень, невыгодно было. Так, он сменил? Давай вот так вот сделаем, тоже возьмем бонус. Ха, защиту. Так, бонус скачков нету. Даже если он сделает две атаки, ничего у него не получится. А вот у нас... А у нас все очень даже хорошо получится. На. Аланочка отдуплилась. Так, трицератопс. Ну, я думаю, что здесь всем все прекрасно ясно, что он... Ну, сейчас просто отдуплится. Да-да-да-да, взял защиту одну. Естественно, это ему не помогает, потому что мы пробиваем. И, друзья мои, мы забираем с вами награды. Естественно. Так. Блин, а вот, конечно, с динозавром у нас не получится, да, не прокатывает. Ух ты, сколько кормежки, ё-моё, хоть закормись. Но опять же, это пока кажется так, да, что много еды и такой довольный. На самом деле, это все быстро закончится, когда у тебя появятся новые динозавры, ты их будешь прокачивать. Столкновение, так, 2 из 5. Там чемпионы. А что же это нужно сделать? Вот я что-то дерусь и, видимо, собираю вот эти 2 из 5, да, потом 3 из 5. И когда 5 из 5, мы сможем там принять участие. Ну, амфибии, друзья мои, ну никак. Никак мне не пройти, потому что у меня, у сами амфибии прокачаны очень плохо. И схватку тоже не могу. То есть нам нужно с тобой ждать уже обновление. Так, ну-ка, внимание, босс. Вызов. Прикинь, он первого уровня. Мне даже, видишь, некого поставить, ребят. То есть это амфибии, что ли, или кто? Я вот не знаю, что это за значки. Тоже, видимо, у них тут динозавры распределяются по классам, да? Какие-то, я не знаю, там, рифовые, глубоководные, там еще кто-нибудь, наверное. Ну что, мы тогда будем с тобой, видимо, закругляться. Обязательно продолжим завтра. Завтра мы обязательно с тобой продолжим играть. У нас, наверное, появятся какие-то новые события. Надеюсь на это. Это закончится через 21 час. То есть я в любом случае не попадаю, потому что у меня, ребята, я работаю по 12 часов. То есть уже минус, да, и плюс 12 часов остальные, которые это сборы. Ну, в общем, не получится у меня получить. Ну, да ничего страшного. Видимо, не мое еще время. Но он у нас обязательно появится чуть позже. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.